Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Ditol, и мы продолжаем играть Черепашки-ниндзя-легенды, Кавабанга. В прошлый раз мы прошли первую часть, прошли немножко обучение, у нас уже есть три новых персонажа, и сейчас мы остановились на второй части. Ну что ж, давайте продолжим. Так, используем пиццу, батл. Да, все наши три персонажа, значит, Лео, баба-ниндзя и ящерица. Так, а можно их провалить? Ах, нет, можно ее вообще не брать. Понятно. Ладно, понеслась. Так. Так, это какой-то... Ох, Бакстер Стокман. Бакстер Стокман. Почему это так тяжело запомнить? Он возмущается. А я знаю что. У меня нет времени на это. Дайте мне это, черепашки. Ну, короче, вот такой вот тип у нас. Я так не думаю, Стингмен. Ты забыл, кто я есть? Кто я вообще? Ух. Мы бежим по крышам. Ага. И вот они, ниндзя. Так, массовую атаку сразу. Неплохо. Ух ты, ничего себе, они резкие. Какие, как пули. Дерзкие. Что-то у нас нашу дамочку подрезали так конкретно. Вот это вот красный, как понимаю, у них главарь, и ему критический урон мы сейчас нанесли. Так. Плевок тебе. Тьфу на тебя. Давай добьем его. Отлично. Остался один. Он бьет по нашей бабе. Так. Лео. Мне интересно, а всем достаются такие персонажи? Кстати говоря, ребята, обязательно пишите в комментариях, может, вам какие-то другие достались персонажи в самом начале, или у всех они одинаковые, одинаковый набор. Так, давайте вот вторую способность применим. Она какая-то мощная. Так, массовую атаку применил. Ой-ой-ой, мы потеряли ее. Как-то я неграмотно, надо было Лео подлечить-то ей. Кстати, почему нельзя выбирать, кто будет атаковать? Это на самом деле минус или можно? Так, и игра повисла. Чуть-чуть подлагнула, фризанула. Но ничего. Так, Лео, на тебе. Ух ты, какой куцака. Плевок тебе. И добиваем. Добиваем его. Получай, говнюк. Отлично. Осталась третья волна. Кто же будет в третьей волне? А, это Стигман вот этот вот как раз. Так, давайте его и будем атаковать, его бить, потому что он сильный. Так, я не пойму, а что игра так подтормаживает? Или это у меня телефон подтормаживает? Ой. Давайте подлечимся. Хорошо, что Лео у нас мастер лечения. И может всех вылечить. Ой, нихера себе он нанес ему урон. Да мы можем не справиться, кстати говоря, с ними. Так. На тебе. Плевал я на тебя. Так, неплохая атака. Ух ты, вот это он по щам ему конкретно врезал. Ну, Лео не такой сильный дамаг нанесли. Ах, вот так тебе. Лео, бей вот этого. Отлично. Не, у нас все шансы победить, и я думаю, все закончится очень хорошо. Сейчас мы тяжелую артиллерию пустим. Отлично. А как-то он два раза атаковал, ни хера себе. Так нечестно. На тебе за это. Вот мы и прошли какую-то битву. Так, ну, так как у нас один человек остался, один персонаж наш. Наверное, одну нам и дали. Звездочку. Так, опять мутаген. Ну что ж, давайте дальше. Отправимся в бой. Понеслась. Где Карая? О, мастер Шреддер. Она не в пещере.
Я думал, вы наблюдаете здесь. Иксева, что это? Я думал, что вы ее дети и сестры, или как это перебесить? I don't know. Достаточно. Достань ее и приведи ее ко мне. Значит, они охотятся на нашу караю, как я понял. На нашу вот эту ниндзя, девочку. Шреддер почему-то очень хочет, чтобы ее притащили к ним. Уф. Так, нанесли урончик. Так, опять массовую атаку. Карая! Нашего здоровяка немножко покоцали. Ну вот, это был такой мастерский какой-то удар в никуда. Давайте вот этого крайнего. Так, так, ну ладно, кара его добьет, а мы вот поэтому плевнем в него. Малыш. Здоровяку досталось. Надо добить кого-то. Давай вот это добьем. Малыш тоже здоровяка. Ну, ему-то похер. Второго левела слили, еще одного. И карая должна... Нет, не с первого раза. А почему наша большая тортила? А, вот она, все. Плевок и добили. Отлично. Так, два из трех волны. Давайте подлечимся. Надо немножко подлечиться. Лео, мастер лечения. Карая. На тебе. Какой ты хитрый, а? Так, здоровяку конкретно достается. Давай на тебе сильную атаку применим. Получай. Чтобы его Лео еще, может, сейчас добьет. Мне кажется, они решили слить нашего здоровяка. Так, одного слили. Давай вот этого мелкого тоже шпендили, сольем. Критический урон нанесли. Это было хорошо. Карая. И здоровяк. Плевок тебе. Ах, чуть-чуть не добили. Да ладно. Вот ты зараза. Да, оказывается, игра-то не такая уж простая. У нас даже выносят некоторых персонажей. Я думал, поначалу вообще будет легко. Так, это вот посередине тип, который должен... привести к Шреддеру караю. Но мы ему не дадим это сделать. Или дадим? Пока же не могу понять это. Нихера себе он ее разложил. Остался один Лео. Как так-то? Так, Лео, воу, тормозите, ребята, полегче. Мне кажется, нам нахерачили. Нам конкретно херачи. Блять. Ну все, нас слили. Да, печально. Так. Ну, наверное, нужно прокачаться. Что здесь нарисовано? Это для семьи. This is for family. Окей. А, смотрите, здесь есть уровень hard или normal. То есть нормальный режим или тяжелый? Ну, давайте на харде пройдем. Или подождите, можно здесь вообще что-нибудь еще сделать? Нет, не выйдет. Ну, короче, давайте пройдем на харде это. Хоть дело, нам нужно немножко подкачаться, чтобы пройти ту миссию. И нам предлагают пройти первый же уровень, первую часть, на легком. Ой, вернее, наоборот, на харде, чтобы подкачаться. Хорошо, давайте это сделаем. Я думаю, это будет легко. Так, ну что, вот это вот плевочек. Карая. Карая его добьет. А Лео... Ну, Карая получила в лобешник за это, за то, что убил его товарища. И все, Карая добил. Молодец, Карая. Ну, нравится мне она. И теперь
Ух ты, это что за чудовище такое? Получи тебе. Мощный урон нанесем. Лео. Может, кританет? Нет. Карая. А вот Карай кританул его. Ух, как он смачно что-то изрыгнул. Так. Все, добили. Вынесли. Да, спасибо, победа. Действительно победа. Как по-другому. Так, что нам достанется? Давай что-нибудь хорошее. Может, нового кто-нибудь? Спадрубайтс какой-то. Рустер. Давайте зайдем в рустер. А, вот, мы можем призвать нового... Новую какую-то букашку. Поднимем уровень сразу же. И еще можно поднять уровень. У нас в игре 1645 этих мутагенов каких-то. Может, мы и можем... Так, это нужно... Find... Что значит файн? Картпэк. А, это уже платные, значит, наши плюшки всякие. Free. Так, что-то бесплатное. Ах, дайте мне бесплатно что-нибудь. Нет. Конечно, не дает. Что-то собрать можно. Level up подняли. Так. И нам дают какую-то карточку. Мутаген. Кассета какая-то. Бабосики. И Боксер Стокман, ничего себе. Подождите, а как зайти в карт-шоп? Где мы? Так, в рустер зашли. Так, Great Race, Don't Ask Me, Remind Me. Так, напомните мне попозже. Игра полностью на английском языке. На языке. Так. Ну что ж. Карая. Короче, я как понимаю, мы можем сейчас что-то сделать, что-то прокачать. Надо зарабатывать карточки, надо их получать. Мы это будем делать, будем проходить, развиваться. А с вами был канал Детол, ребята. Напишите обязательно в комментариях, что вы думаете. Поставьте лайки, если вам нравится эта игра. И подписывайтесь на каналчик. Мы будем проходить эту игру, потому что она мне нравится. Всем спасибо. Пока.